На очереди небо. Что известно о поставках истребителей в Украину? Чем больше государств присоединяются к коалиции мира, тем очевиднее становится стремление Запада к войне. События последних недель это наглядно продемонстрировали. Пока ряд государств выдвигают мирные инициативы по урегулированию украинского конфликта, на Западе заявляют о планах поставить Киеву истребители. В самой Украине уже посчитали, сколько американских самолетов нужно для победы. А в Москве напомнили, что истребители США могут гореть так же хорошо, как и немецкие танки «Леопард». Кто готов передать Украине истребители F-16? Когда начнется обучение украинских летчиков? Способны ли военные самолеты изменить баланс сил? Рассказываем подробно в обзоре Билта. Больше не может быть красных линий. Что известно о коалиции по F-16? Казалось бы, совсем недавно на Западе велись дискуссии о поставках Украине танков. Звучали опасения об эскалации и втягивании в украинский конфликт третьих стран. Этот этап пройден. Немецкий «Леопард-2» и британский «Челленджер-2» уже прибыли в Украину. Пройденным этапом можно назвать и дискуссии о поставках Киеву дальнобойного оружия. Великобритания уже предоставила ВСУ авиационные крылатые ракеты большой дальности «Storm Shadow». К слову, британцы помогли украинцам и боеприпасами с обедненным ураном. Правда, уничтожение этих снарядов привело к возникновению радиоактивного облака, которое накрыло Польшу и направилось дальше в сторону Западной Европы. Поставить дальнобойные ракеты Украине может и Германия. Пока призывы к этому слышны на уровне Бундестага. Так, эксперт по вопросам обороны Христианско-демократического союза Германии Родерих Кизеветтер заявил о необходимости отправить Киеву германо-шведские крылатые ракеты «Таурус» дальностью действия до 500 километров. «Больше не может быть красных линий», — заявил немецкий депутат. Не первый месяц ведутся разговоры о поставках Украине западных истребителей, прежде всего F-16 «Боевой сокол» американского производства. Так, в феврале на американской базе «Рамштайн» в Германии состоялась встреча глав оборонных ведомств стран Запада, во время которой обсуждался вопрос предоставления Украине военной помощи. В Киеве мероприятие заранее крестили авиационным «Рамштайном», ожидая положительного решения о передаче истребителей. Тем не менее, по завершении встречи глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сообщить о поставках военных самолетов. Однако после «Рамштайна» тема F-16 не ушла с повестки. Она периодически поднималась, правда, в основном украинской стороной. В Киеве неоднократно указывали на необходимость получить американские самолеты на фоне подготовки к контрнаступлению. Ожидалось, что данный вопрос будет обсуждаться на саммите G20 в Японии. Он проходил с 19 по 21 мая в Хиросиме. Тем не менее, накануне саммита ряд западных стран заявили, что не планируют посылать Украине истребители. Однако на встрече в Японии можно было услышать уже другие заявления. Президент США Джо Байден на саммите G20 в Хиросиме заявил, что Вашингтон поддержит международные усилия по обучению украинских летчиков управлению современными истребителями, включая F-16. Байден также сообщил, что получит от президента Украины Владимира Зеленского гарантии того, что ВСУ не станут использовать истребители F-16 для продвижения на территорию России. Помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан на полях саммита в Хиросиме заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву. «Мы приступили к обсуждению вопроса о совершенствовании украинских ВВС, что является частью нашей приверженности поддержке самообороны Украины в долгосрочной перспективе. По мере того, как в ближайшие месяцы будет вестись подготовка, мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут поставлены самолеты, кем они будут поставлены и в каком количестве», цитирует Салливан ТАСС. Примечательно, что позже в интервью CNN Салливан заявил, что США еще не решили окончательно, будут ли сами передавать Украине истребители F-16, или это сделают их союзники в Европе. В этой связи стоит напомнить, что США до сих пор не передали Украине американские танки «Абрамс», которые обещали еще зимой. Между тем, министр ВВС Соединенных Штатов Фрэнк Кендалл заявил, что поставка истребителей F-16 Украине не окажет существенного влияния на ход боевых действий.
По словам министра, отправить истребителя в Украину быстро не получится. На это требуется при самом оптимистичном раскладе несколько месяцев. Кендалл также заявил, что обсудил вопрос отправки истребителей в Украину с главой штаба американских ВВС Чарльзом Брауном. И тот, по словам Кендалла, также скептически настроен касательно данной инициативы и не считает, что это серьезно изменит обстановку. Тему с истребителями прокомментировал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что подготовка украинских пилотов F-16 является предпосылкой отправки истребителей Киеву. Вместе с тем, Столтенберг сообщил, что решение о поставках Украине истребителей F-16 не принято. Оно будет зависеть от того, как меняется военная ситуация на земле. В то же время в Украине уже подсчитали, сколько самолетов F-16 потребуется украинской армии, чтобы одержать победу. По данным Минобороны Украины, стране необходимо получить 4 эскадрильи F-16, это 48 самолетов. При этом спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат усомнился в том, что украинская армия сразу же получит то количество самолетов, которое запрашивает. Предоставление самолетов F-16 может начинаться с нескольких эскадрилей, прогнозирует Игнат. Полгода на подготовку. Какие страны готовы обучить украинских летчиков? Несмотря на то, что ни одна страна пока не взяла на себя обязательства по поставкам F-16 Украине, из ряда европейских столиц прозвучали обещания оказать помощь украинским летчикам в освоении истребителей. Так, исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен недавно заявил, что помимо его страны, Великобритания, Нидерланды и Бельгия готовы официально сотрудничать в области подготовки украинских летчиков. Он ожидает, что к ним присоединятся и другие страны. «Сначала нам нужно поговорить о подготовке и переобучении, а после этого мы сможем обсудить передачу F-16. Я ожидаю, что в июне мы уладим все формальности и после этого сможем начать обучение», сообщил Поульсен. При этом он отметил, что потребуется порядка 6 месяцев подготовки, прежде чем украинские пилоты смогут начать эксплуатировать F-16. О готовности обучать украинских летчиков сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Внести свой вклад в подготовку пилотов из Украины пообещал министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что его страна готова начать подготовку украинских летчиков, а также рассматривает вопрос об отправке Украине истребителей F-16. Глава португальского МИД Жуан Гомеш Карвинья сообщил, что Португалия не может передать Украине истребители F-16, поскольку все имеющиеся в стране боевые самолеты нужны ей самой. При этом дипломат отметил, что Лиссабон готов рассмотреть возможность обучения украинских пилотов. Глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что его правительство изучает возможности о предоставлении тренировочных площадок для подготовки украинских пилотов. Стоит отметить, что Германия не располагает истребителями F-16, однако на ее территории находится американская авиабаза «Рамштайн», где можно организовать тренировки. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на минувшей неделе заявил, что подготовка украинских летчиков на истребителях F-16 уже началась в нескольких странах, в частности в Польше. Кроме того, по его словам, Украина скоро получит военные самолеты. Стоит отметить, что в тот же день министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна пока не приступала к обучению украинских летчиков навыков управления истребителями F-16, хотя и готова к этому. В Пентагоне также не подтвердили информацию о начале обучения украинских летчиков. По словам представителя ведомства Патрика Райдера, подготовка начнется в ближайшие недели или месяцы. При этом он не смог уточнить, получит ли Украина истребители F-16 до конца года. В то же время глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов. В ближайшие дни мои коллеги из Дании и Нидерландов будут взаимодействовать с Соединенными Штатами и другими союзниками при разработке плана подготовки. Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша уже предложили внести свой вклад в подготовку, и мы ожидаем, что другие страны также вскоре присоединятся к этой важной инициативе, приводит слова Остина ТАСС. Однако некоторые страны уже заявили о невозможности не только передать Киеву свои истребители, но и организовать тренировки пилотов ВСУ. Так, глава Минобороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что ее страна не располагает истребителями F-16.
Все знают, что у нас есть F-18, у нас есть Еврофайтер, у нас нет F-16, и поэтому ни предоставление, ни обучение не были бы возможны, сказала она. Итальянское издание сообщило, что Рим вряд ли сможет организовать подготовку украинских летчиков на истребителях F-16, несмотря на обещания премьер-министра Джорджа Мелони. Издание напомнило, что последний итальянский пилот поднимал F-16 в воздух 11 лет назад, и сомнительно, что под украинцев будут искать ветеранов. Ситуацию не изменят, но затянут конфликт, что пишут СМИ о поставках F-16. О планах США и их союзников предоставить Украине истребители F-16 сообщила американская телекомпания NBC. По ее информации, самолеты не обязательно будут поступать из Соединенных Штатов. Их могут предоставить другие страны в рамках долгосрочных усилий по укреплению безопасности Украины. Когда Украина получит F-16 и какие страны их предоставят, NBS не сообщила. Однако, по данным телекомпании, американские самолеты не будут использоваться во время предстоящего контрнаступления Украины. Агентство Bloomberg сообщило, что истребители F-16 могут оказаться уязвимыми перед российской ПВО и авиацией. Если сравнивать F-16 и современные российские самолеты, то на американских истребителях более слабые радары и ракеты меньшей дальности. Опрошенные агентством военные летчики в США сходятся во мнении, что F-16 не изменит ситуацию на поле боя. Financial Times сообщила, что на Западе пока не знают, кто сможет поставить Киеву ракеты для истребителей F-16. Теоретически, Украина могла бы получить американские ракеты средней дальности «Амраам» и европейские ракеты большей дальности «Метеор», но стоимость данных ракет крайне высокая. Так, одна «Амраам» стоит около миллиона долларов. Кроме этого, Financial Times обращает внимание, что эффективность истребителей F-16 зависит от вспомогательной комплектации, от средств радиоэлектронной борьбы до оборудования для подавления ПВО противника. Без этого F-16 будут малоэффективными. Китайское издание Гуанча отмечает, что поставки F-16 Украине – это вопрос времени. Можно прогнозировать, что данные истребители повысят ударные возможности украинских ВВС и несколько усилят их позиции в воздушном бою на средней дальности. Но не стоит ожидать слишком многого. F-16 не способны изменить ситуацию на поле боя. Поставки истребителей Украине лишь затянут нынешний конфликт. Украине придется решить три серьезные проблемы в связи с поставками истребителей F-16, пишет издание Newsweek. Так, для управления самолетами необходимы квалифицированные пилоты, подготовка которых займет много месяцев. Кроме этого, для F-16 необходимо создать ровные взлетно-посадочные полосы, а также наладить обслуживание самолетов. Однако самой серьезной проблемой станет жесткая реакция со стороны России. В Москве уже заявили, что поставки американских самолетов Киеву приведут к значительной эскалации. F-16 горят, как и леопарды. Как реагируют в Москве? Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлемой эскалацией планы западных стран поставить истребители F-16 Украине, сообщает ТАСС. Я думаю, что все-таки есть на Западе разумные люди, которые это понимают, но диктуют все Вашингтон, Лондон и их сателлиты, которые находятся внутри Европейского Союза, прежде всего страны Балтии, Польша, которые проводят непосредственно на земле задачу, поставленную Соединенными Штатами – ослабить Россию, нанести ей стратегическое поражение, заявил глава МИД РФ. Последствия поставок истребителей F-16 в Украину абсолютно не просчитаны Западом, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Поставки F-16 – это очередной этап эскалации конфликта и дестабилизации ситуации на европейском континенте. Последствия абсолютно не просчитываемы западными партнерами. Они идут в американском фарватере, видимо, просто не отдавая себе отчет, чем закончатся подобные эксперименты, заявила Захарова. Поставки Киеву военных самолетов не способны коренным образом изменить ход спецоперации, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Очевидно, что продолжается спираль по возрастающей, по обеспечению Украины различными более совершенными системами вооружений и видами вооружений. Очевидно, что принято решение добавить еще и самолеты. Но, как и все остальные виды вооружений, это не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте, подчеркнул Песков. Страны Запада не достигнут никаких целей поставками истребителей F-16 Украине. Реакцией России на такой шаг будет планомерное продолжение реализации целей спецоперации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
США готовы переступить очередные красные линии вовлеченности Запада в украинский конфликт, заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Мы уже предупреждали, западные поставки наступательных вооружений вкупе с открытым подстрекательством из Киева к захвату российских территорий могут привести к непредсказуемому уровню эскалации. Это в полной мере относится и к американским истребителям F-16. Киевский режим никогда не скрывал, что их получение откроет возможность наносить удары по России далеко за линией фронта, заявил Слуцкий. Он также отметил, что любые военные грузы стран НАТО в Украине становятся законными целями российских вооруженных сил, а F-16 горят так же хорошо, как и «Леопард». Поставки истребителей приведут к новым жертвам. Что говорят эксперты? Поставка истребителей в Украину неосуществима с технической точки зрения. Такое мнение в проекте в теме на YouTube-канале Билта высказал военный эксперт и политический аналитик Яков Кедми. Он отметил, что поставку самолетов намного сложнее осуществить, чем поставку танков. Подготовка летчиков занимает 2 года, и после он будет только начинающим. А подготовить хорошего военного летчика стоит от 8 до 10 миллионов долларов. Что касается самолетов, которые сегодня можно поставить в Украину, те, кто называет F-16 истребителем, ничего не понимают. Это не самолет для ведения воздушных боев. Это легкий бомбардировщик с ближним и средним радиусом действия. И когда F-16 летят на боевое задание, их всегда сопровождают истребители, подчеркнул военный эксперт. Если Запад желает поставить F-16 в Украину в качестве бомбардировщика, продолжил Яков Кедми, то возникает вопрос, где он будет использоваться. Если они хотят бомбить Крым или территорию России за пределами Донбасса, то это война. Кроме того, военная база для самолетов – это очень сложная конструкция. Чтобы ее построить, потребуется несколько лет. Она требует большого расстояния, чтобы расположить самолеты, боеприпасы и топливо к ним. Подготовка техников для обслуживания самолета тоже занимает не 2 или 3 месяца. В Украине сегодня нет возможности создать базы для использования самолетов и персонал для их обслуживания, а тем более для подготовки летчиков, заключил Яков Кедми. В Украине уничтожены аэродромы и инфраструктура, необходимые для истребителей F-16, заявил в беседе с RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Дело не только в летчике и самолете. Нужен еще и аэродром с полной инфраструктурой. Командная вышка, радиолокационные станции, станции техобслуживания и так далее. Нужны заводы с запчастями, заводы по очистке авиационного керосина и много-много чего еще, чтобы самолеты F-16, да и любые другие, взлетали и садились на украинские аэродромы. Нет таких аэродромов в Украине. Они все уничтожены, отметил Литовкин. Военный эксперт Сергей Денисенцев рассказал о задачах американских истребителей F-16 в Украине. F-16 устарел по меркам F-35, но по меркам нашего авиапарка этот самолет не устарел ничуть. F-16 – это летающая платформа для запуска различных ракет. Украина запускает британо-французские ракеты Storm Shadow со своих совершенно устаревших Су-24. Делать это с помощью F-16 будет удобнее, рассказал эксперт газете «Взгляд». По его словам, современные самолеты должны решать не только ударные задачи, но и противовоздушной обороны, перехвата целей, контроля воздушного пространства. Если Украине поставят модификацию F-16 с РЛС последнего поколения, то можно будет говорить о том, что основной задачей для самолета будет контроль воздушного пространства, например, над Крымом. Если РЛС не будет, то самолет могут заточить под носителя крылатых ракет Storm Shadow или американских противорадиолокационных ракет HARM, пояснил Денисенцев. Решение президента США Джо Байдена разрешить союзникам передачу Киеву истребителей F-16 и помочь в обучении украинских летчиков не сможет кардинально повлиять на ход украинского конфликта. Такое мнение выразил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис, сообщает ТАСС. Дэвис считает маловероятным использование ВСУ F-16 в течение этого года. Подготовка, которая позволит украинским летчикам использовать истребители, а техническому персоналу поддерживать их в исправном состоянии, займет много времени. Так, по расчетам заместителя министра обороны США по политическим делам Колина Кола,
На обучение военнослужащих, закупку и поставку истребителей может понадобиться от 18 до 24 месяцев. Даже если просочившиеся в прессу 18 мая внутренние оценки ВВС США о возможности сократить срок обучения до 4 месяцев окажутся правдой, процесс поставок F-16, снабженных полным комплектом техобслуживания, запчастей и боеприпасов, вероятно, закончится уже в 2024 году, полагает эксперт. Поставка Украине истребителей F-16 существенно не отразится на ходе СВО, поскольку вооруженные силы России обладают достаточным объемом сил и средств, чтобы им противостоять. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал американский военный эксперт, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Прежде всего, F-16 — это старые самолеты, они не предоставляют какого-то сюрприза для России. Кроме того, они очень сильно отличаются от советских самолетов, таких как Су-27 и МиГ-29. Они совсем по-другому функционируют. Украинцам нужно будет учиться для того, чтобы начать летать на этих самолетах. И поэтому украинские летчики, которые будут летать на F-16, будут не лучшими пилотами. Россия обладает достаточной военной мощью, чтобы защититься от F-16, сказал Риттер. В то же время продолжающаяся накачка Украины западным оружием, включая истребители, гарантированно переведет к еще большим жертвам, в основном среди украинцев, добавил эксперт.